В четверг на дорогах областного центра зарегистрировано 15 ДТП с материальным ущербом и 3, где пострадали люди, в том числе 2 пешеходов. Участники вечернего ДТП на улице Велишской и вовсе обошлись без сотрудников ГИБДД. Как выяснилось, троллейбус к происшествию отношения не имел, а водители иномарки и маршрутки оформили европротокол. Если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших, то есть вред причинен только транспортным средствам, если в данном дорожно-транспортном происшествии поучаствовало только 2 транспортных средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована. И, соответственно, если у участников дорожно-транспортного происшествия не возникает разногласий по характеру и причинам, и, соответственно, причиненному ущербу данным транспортным средствам.